В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Авель Никитков, лауреат международных конкурсов, скрипач. Авель, добрый день. Здравствуйте, Дина. Расскажите, как вообще получилось, что вы стали играть на скрипке? Так как у меня родители музыканты, они решили своего первого сына тоже отдать в музыку. Вот, и так получилось, что они выбрали инструмент скрипка, и в 5 лет меня повели в музыкальную школу при нашем училище Пироговском. Вот, и так я начал заниматься скрипкой под управлением, так сказать, под надзором Воробьевой, моей учительницы, хорошего очень педагога. Ну, вам нравилось ли вообще, какое первое отношение это было? Или, может, не очень хотелось? Ну, сначала, конечно, да, иногда были там нервы, так сказать, вот это вот детские психозы, когда ты не хочешь, вот. А потом как-то со временем мне уже начало нравиться, вот, потому что стало получаться, вот. И где-то годам к 13, к 12 я уже осознанно для себя понял, что это моя профессия на всю жизнь, и вот так я стал скрипачом. А когда вы стали участником первого международного конкурса? Это было в 13 году. Конкурс назывался имени Гильденберга в Саратовской консерватории, он проходил. Вот. И это первый конкурс, который я выиграл. Вот. И с этого конкурса началась моя активная деятельность по конкурсным мероприятиям. А как-то родители вас поддерживали, помогали? Мысленно. Мысленно были рядом. А так, в основном, я ездил со своим педагогом, ну и, естественно, с концертмейстером. А кроме опыта, что дают еще эти конкурсы? Ну, во-первых, конкурсы – это огромное количество знакомств, всяких разных. Ты встречаешься со своими сверстниками, которые тоже приехали на этот конкурс. Они играют вместе с тобой, бок о бок, так сказать. Вот. И заводятся какие-то определенные связи, что в дальнейшем очень приятно. Приятно иметь такие встречи с этими людьми, с которыми ты раньше когда-то выступал вместе. И это является такой хорошей основой для дальнейших отношений, общения и продвижений в творческом плане. Ну, так. Таких побед было, наверное, немало. Как-то в голову не дает, вау, я звезда, все. Но я как-то, у меня в жизни никогда не происходило такого, чтобы я что-то выиграл, и как-то я вознесся на облака, у меня как-то все это происходит спокойно. А после окончания школы долго выбирали профессию или все было как-то уже решено? Я уже до этого решил, что вот когда мне было лет 12-13, будучи еще учась в школе, я решил, что я буду музыкантом, скрипачом, и что я после школы пойду в наше музыкальное училище рязанское. Вот, и, так сказать, вот именно тогда я уже выбрал эту профессию, быть скрипачом. А здесь где-то на каких-то площадках вы выступали? В Рязани именно? Да, в Рязани. Да, я неоднократно выступал с нашим губернаторским симфоническим оркестром под управлением Оселкова. Вот, неоднократно это было. Называется «Кремлевские вечера». Они проходят в июне. Вот, и так было на протяжении нескольких раз. Но все-таки на постоянную работу вы в Рязани не остались. Ну, да, так как мне нужно было продолжить обучение дальше в высшем учебном заведении. Это консерватория имени Чайковского. Вот, и вот, собственно, я вот сейчас поступил на первый курс и уже продолжаю обучение в более высоких кругах. А ну, получается, вы после колледжа сразу же решили поступать на высшее образование, правильно? Да, я решил не терять ни минуты времени и сразу ехать в столицу и поступать дальше. Но это был рискованный шаг, на самом деле. Потому что поступать в Московскую консерваторию имени Чайковского – это очень сложно, потому что очень большой конкурс. Я хотел именно туда, именно в консерваторию имени Чайковского. А, ну, расскажите, вот как ваша жизнь после поступления в эту консерваторию изменилась? Все-таки вы уехали в другой город. Конечно, изменилась. Это весь быт и все бытовые проблемы, они легли именно на меня. Вот. Мне никто поесть не приготовит, там не поухаживает. Все приходится делать самому. И это, конечно, иногда отвлекает от занятий. Но приходится свыкаться. Другая жизнь, новая жизнь. Все по-другому. Нагрузки большие?
Нагрузки большие, да, потому что работая с лучшими профессорами не только России, но и уже международного плана, приходится очень много готовиться, и, соответственно, очень большая нагрузка идет. Вообще, вот какую-то работу вы успеваете найти для себя или вот только учитесь? Пока что я ни на какой работе не работаю и даже не пытался искать, потому что сейчас нужно как-то обжиться в столице, как-то вот все бытовые эти вопросы свыкнуться, решить. Вот, и потом уже можно будет что-то думать насчет работы, потому что нужно уже самому полностью жить своей жизнью. Угу. Расскажите вообще, вот вы сами какую музыку любите? Ну, так как я играю классическую музыку, естественно, я люблю классическую музыку. Но также я слушаю и нью-метал, и там могу послушать и поп-музыку, но в таких вот направлениях. То есть мне нравится и классика, и помимо этого мне нравится еще и тяжелая музыка, вот, и также мне нравится еще и поп-музыка. Не коробит там, а, не там, не та нота, не попадает музыкант. Нет, я слушаю качественную музыку, стараюсь. А расскажите про свою скрипку. А, вот мой инструмент, это инструмент мне подарил французский мастер, его зовут Алан Карбонара, он француз, и подарили мне его на... Был концерт в Москве, в Градском холле, вот, это от фонда Спивакова я туда поехал, вот, и мне прям на концерте вручили этот инструмент, вот, я был в диком восторге, я не ожидал вот такого сюрприза, и это считается очень дорогой, очень профессиональный инструмент. Ну, а почему именно вам подарили, вот с чем это связано? Или это какая-то традиция? Ну, вообще от фонда Спивакова они изредка, бывают, дарят инструменты, и смычки дарят, и как, какие-то гранты денежные дают. Вот. Но я сам не знаю. Наверное, это какая-то удача в жизни такая серьезная, потому что я мечтал очень о хорошем инструменте. Вот, и, так скажем, моя мечта сбылась вот на том концерте. Ну, а хороший инструмент, вы говорите, это что, удобнее играть, другое звучание? Ну, это звук, все дело в звуке. Даже не столько вот во внешних факторах, сколько в звуке. Это хороший инструмент, он всегда тембристый, у него тембр приятный, красивый. Он громкий инструмент, то есть для концертных площадок этот инструмент очень хороший. Mm-hmm. Ну, вы с ним еще нигде не выступали? Нет, я с ним уже выступал, и вот буквально летом я выступал с губернаторским симфоническим оркестром в Кремле, вот, играл на этой скрипке уже. Угу. Вы успели оценить, да? Да, я уже потихонечку начинаю с ней свыкаться, но еще, правда, не до конца, потому что чем лучше инструмент, тем больше усилий нужно прикладывать для того, чтобы с ним слиться в одно. Ну, а вот про все ваши скрипки, их вообще сколько было, расскажите? Ну, у меня скрипок было, ну, как я рос, у меня было очень много скрипок, сначала маленькая, потом все больше и больше. Вот из последних скрипок у меня до этой скрипки был немецкий мастер, старинная скрипка, где-то ей около 300 лет. Вот, но она более такого камерного масштаба, то есть для небольших залов, вот, тоже тембрист инструмент. А это уже для таких более грандиозных концертных залов инструмент. А так вот всего у меня было два таких профессиональных, а до этого это, ну так, учебные, так сказать, скрипки, да. Давайте что-нибудь сыграем. Давайте. Thank you.
Спасибо. Мечтаете где работать? Ну, вообще, я думаю, каждый музыкант, классический музыкант и уважающий себя музыкант, он мечтает о сольной карьере. Вот. И я думаю, что я бы хотел делать сольную карьеру. Но будет все зависеть от того, как я буду дальше заниматься, учиться. Потому что сольная карьера – это очень тяжело. В гостях программы «Городские встречи» был Авель Никитков, скрипач, лауреат международных конкурсов. Спасибо, что пришли. И вам спасибо. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город».